однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил, я с утрашки долбанул. Шо нам рифы, шо нам мели, развлекались как хотели. Возмужали, загорели, жаль, что Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу, он глаза открыл, икнул. И тройного влил в аорту, сразу видно, парень тёртый, спец, отличник, мастер спорта. Правда, тоже утонул. Прибежал директор базы. Не видали водолаза, все духи упер, зараза, всю похмелку умыкнул. Вот найду, кричит, и в катер, и с разбегу дернул стартер. И умчался на фарватер, где, конечно, утонул. Ну, в общем, ставьте рубль, ставлю стольник, здесь бермудский треугольник. За покойником покойник, я как крикну «Караул!» Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и в самогоне. Прибежал полковник Пронин, этот сразу утонул. А потом тонули ходка, врач и повар с пьяной теткой. Рыбнадзор тот вместе с лодкой, но к вечеру вообще. Два директора завода, все туристы с парохода. И главное, канули как в воду, ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился, он ничуть не удивился. Говорит, ты че взбесился, глянь на Волгу, вон она. Там на медне, поселедке, затонула баржа с водкой. Может, сплаваем походку, и нырнул, и тишина.